пьет с моим фаворитом. У него очень легкая текстура. Вчера я купила такой крем для тела. Он пахнет кофе. Очень вкусно. Также я взяла такие бальзамы для губ с SPF 30. Тут есть ванильный, тропичный и клубничный. Завтра у меня экзамен, поэтому я немного подготовлюсь к нему. Я пишу английский, поэтому я не сильно волнуюсь, но все же. Собственно говоря, это все. Всем привет, сейчас 10 утра, и сейчас я буду выдвигаться на встречу с моей подругой Арианой. Мы встречаемся очень рано, потому что мы хотим провести целый день вместе, она живет в другом городе. Я еду покупать ей цветочки, вот, и потом мы встретимся. Мы запланировали такую штучку, подарить друг другу цветы, которые ассоциируются у нас с друг другом. Внешний аутфитик. Я купила Ариане букетик. Он просто огромный, но сейчас я уже иду на поезд. Будем ехать. After all of this commotion and the push you touch it there, cut my body into pieces and to draw me up a body to come. I think it better. So, давай. Два. Я вижу такие вот цветочки. В общем, мы взяли покушать. Мы взяли онигири и кимбап. А что она такая? Подожди. Всем приятного аппетита. Мы идем в кафе. Новое кафе, которое только недавно открылось. Да, вот оно. Вот. Ну, конечно. Будем пробовать это сагу. Вьетнамские нудлы.
нас полчаса, чтобы зайти домой, покушать и вернуться назад на остановку. Она побежала фоткаться. Всем приветик, сейчас 7 вечера, и I need to stop rotting in my bed. Я пришла с прогулки, я ничего не снимала, но сейчас я дома. We need some energy first, поэтому я сейчас пойду готовить. Очень наслышана о дораме «Хват Тайсон Джей Беги», поэтому я тоже хочу ее посмотреть. Уже вышло 10 серий, я не могу ждать. Я хотела подождать, пока все серии выйдут, но нет. Это не сон? Та-дам! Смотрите, что у меня есть. Мне подарили такое лего, о котором я очень-очень давно мечтала. Сейчас я начну его собирать. Тут вроде 800 деталек. Всем доброе утро. Я, как всегда, опаздываю в школу. Сейчас пойду сделаю себе что-то покушать. Вот такой вот у нас завтрак. А у меня дома нет ничего такого, что я бы могла съесть. А что без камеры? В общем, я уже закончила школу. У нас сегодня были скороченные уроки, поэтому я освободилась в 12:30. Сейчас иду за кофе и потом пойду в библиотеку. В общем, я недавно пришла домой, поела, и сейчас я пойду в магазин. Мега модница. Качество будет такое средненькое на телефон. Взяла себе матча американо. Сейчас буду сидеть и учиться и готовиться к экзаменам. Thank you.
общем, вот у меня получается. Очень миленько. Еще я приготовила себе сладкую картошку. И это майонез. Он zero. Я уже доделала эти маленькие жопки, такие милые. Та-дам! Я купила эти новые бумочки для ванны, поэтому идемте принимать ванну. Всем привет, это я, редактирующая это видео, и я в очередной раз не записала прощание, поэтому всем спасибо за просмотр, увидимся в следующем ролике.